В эфире «Поморское долголетие» – программа о нас с вами, о северянах, о том, как сохранять здоровье, быть по-северному красивыми и жить долго. Во всех этих аспектах, конечно, помогают архангельские водоросли. А сегодня мы начинаем мини-цикл выпусков, посвященных страшному для некоторых слову диета. Но мы все с вами досконально разберем, и после вы совершенно спокойно скажете: «Диета? Так это ж так просто, а главное – полезно». И по поводу нескольких выпусков. Наша идея заключается в том, чтобы взять северную красавицу, отдать ее в руки величайших специалистов нашего времени в Архангельске, потом снять вторую программу и посмотреть на получившийся результат. Как вам такая идея? Мне уже интересно. Пойдемте знакомиться с нашей героиней. И вы можете не верить, но я уже навел справки и выяснил, что Майя, наша героиня, знакомьтесь, мама семерых детей. Это очень необычно и здорово, Майя. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо, конечно, вам видней, но есть что корректировать еще. Сделав комплимент Майе, я совсем не соврал. Ведь, согласитесь, сохранить себя после семи родов. Многие мамы поймут, как это сложно даже после одного ребенка. А еще сложнее теперь найти время и силы для того, чтобы улучшить себя еще. Невероятно напряженный домашний график. Кухня, детский сад, школа, праздники. Из этой бытовой круговерти Майя умеет выходить. Помимо домашних дел, выступает на подиуме с показом мод. Участвует в фотосессиях. А еще ведет большое хозяйство. Держит кур и кормит семью самым диетическими яйцами. Майя, расскажи про себя, что тебя не устраивает в себе? Ну, во-первых, лишний вес, да, объемы определенные, хочется подтянуться. Вообще в твоей такой насыщенной жизни, да, и семейной, и хозяйство, и участие в различных мероприятиях хватает времени вот для спорта, какого-то вообще соблюдения питания правильного? Питание приходится соблюдать в любом случае. А сейчас, я думаю, еще больше времени на это, чтобы соблюдать. И пару раз в неделю я себе уделяю время, нахожу по часу заниматься в спортзале, да. Ты готова еще больше этому времени уделять и вот отдаться в руки наших специалистов подготовленных? Думаю, да. Почему решила с нами посотрудничать, поучаствовать в нашей программе? Здоровая мама, здоровые дети. И как пример и для родственников, и для детей, и для окружающих. Ну и учиться никогда не поздно, да, новые интересные виды и способы узнавать. Ну, ты уже в форме, давай начнем тогда с консультации со специалистом клуба для женщин «Разминка». Пойдем. Итак, Анна, знакомься, Майя наша героиня. Что можно сделать? Майя хочет похудеть. Только у нас 2-3 недели, не больше. Возможно вообще? Это даже еще лучше, потому что если у вас есть такой стимул и цель к конкретной дате, то мотивация у вас уже достаточно для того, чтобы прямо сейчас начать заниматься. Клуб женский, и у нас основная направленность не навредить, а помочь, да, и с учетом того, что в нашем клубе представлен ряд уникальных тренажеров для женского организма и релакс-процедуры, то есть это даст вам очень хороший реальный результат. Начнем тренировку? Да. Начнем тренировку с того, что мы обязательно сделаем замеры. Можно говорить? Да. 83... 150. 150. Для того, чтобы разогреться, запустить кровообращение с классической беговой дорожки. Дальше мы пойдем на тонусный стол. Ноги согнуты в коленях, угол 90 градусов. И ложимся. Нет нагрузки здесь на суставы и на позвоночник. Ой, как страшно. Ну как ощущение? Ну. Страшно почему? Не знаю, боюсь оторваться. Ряд упражнений, которые мы делаем, это подтягивание, отжимание, да, вот, например, я просто так на турнике не подтянусь. А когда я это делаю на тонусном столе, у меня все получается. Естественно, мышцы, которые должны быть задействованы, они включаются в тренировку и прорабатываются. Майя у нас молодец, да, и сейчас, кто у нас хорошо занимается, активно работает, да, мы немножко благодарим наших клиентов и даем возможность отдохнуть, но в то же время все ваши мышцы тела сейчас проработаются на нашем легендарном роликовом тренажере. Подтягивается кожа, жировые отложения, борьба с целлюлитом. Теперь мы с вами идем на пресс-терапию. Выходим. После активной тренировки очень полезным дополнением будет массаж воздухом, то есть очень отличное, да, действие лимфодренажное, укрепляет стенки сосудов, капилляров, да, является профилактикой варикозного расширения вен. Анна, вы узнали нашу героиню поближе. Ну, что скажете, какую программу придумаете? Программа у нее будет называться «Волшебный силуэт».
Ну, потому что то, к чему она стремится и готова выделить, да, именно время 1,5-2 часа на тренировку, для нас прям реально волшебно, потому что часто женщины не могут себе позволить, да, здесь человек есть цель. Это более чем достаточно, да? Да, это более чем достаточно, когда есть цель, когда человек 2 раза в неделю может тратить такое количество времени на тренировку. Я предлагаю, что нам через 2 недели мы с вами обязательно встретимся с Майей вместе, да, вот на тех же весах. Давайте встретимся. Все, до встречи. Именно так должны двигаться к идеальной фигуре и вы. Правильное питание и физическая нагрузка. Не стоит заниматься поиском диет в интернете или чудо-таблеток, которые помогут сбросить 10 килограммов за 10 дней. Также существует множество примеров, когда люди в погоне за стройностью изнуряют свой организм различными программами, голоданием и прочими системами быстрого похудения. Все это может плохо сказаться на вашем здоровье. Поэтому самым верным способом станет обратиться к специалистам. Мы с нашей героиней Майей так и поступили, обратились к специалисту. Майя уже на приеме у грамотного и известного эндокринолога Зои Бахтиной. Сейчас будем составлять программу правильного индивидуального питания. С чего начинается ваше утро? Я просыпаюсь, собираю детей в садик, пью водичку обязательно, затем их отвожу в сад, возвращаюсь и завтракаю. Тосты с рыбкой, с колбаской. 1, 2, 3. 1. Один с маслицем, ну, с сыром можно. То есть сливочное масло, да? Да. Кофе сладкий, не сладкий? С чем? Сладкий. С молоком, без молока? С молоком. До обеда есть перекусы или прием жидкости? Идем дальше. Время обеда? Да, часиков 2 обязательно суп. Вот, с салом, с луком. То есть такой вот прямо белорусский. После обеда есть десерт или перекус позже? Ну, бывает... часиков 17 перед тем, как в садик идти, что-то там, чай попить с лимончиком. И на ужин, как правило, вот тоже, что предпочитаете? Мясо, куру, рыбу, все достаточно разнообразно. Второго ужина уже нет? Ну, вот часиков 10 я могу выпить кефир, стакан. А сколько вы ложитесь спать? В 10 я уже в постели. У нас есть положительные моменты. Это то, что вы достаточно спите не менее 7 часов в день. Это важно. Вы ложитесь спать в правильное время. А это значит, что в течение ночи, там с 11 до 3 ночи, у нас вырабатываются определенные гормоны, которые способствуют снижению веса. Поэтому сон до 12, даже до 23, это очень важно. И вот этот момент у вас соблюден. Второй момент. Вы завтракаете, ну вот не в течение часа после пробуждения, а несколько позже. Да? Ну, я стараюсь в течение часа. В течение часа. Это тоже важно, да, и мы должны эту привычку сохранить. Но есть момент такой. Хозяйки, когда готовят, они снимают пробу, да, и тот момент такой тоже. В общем, пробы мы не снимаем. Это незаметно приводит к перееданию. Так, и еще один момент. Все-таки перекусов мы сделаем не 3, а 1. Нам надо где-то примерно 1200-1300 калораж соблюсти. Так вот, с таким количеством перекусов это будет сделать сложно. То есть мы, в принципе, отнимем 20%. Вы не будете чувствовать себя голодной. Уменьшим калораж примерно на 1/5 часть рациона. И вы начнете терять вес со скоростью примерно 0,5 кг в неделю. 2 килограмма в месяц. Этот темп считается безопасным. У нас с вами в рационе все-таки недостаточно волокон. Да? Ну, практически нет овощей, либо они бывают нечасто. Соответственно, источником волокон у нас могут служить как овощи, так и продукты ламинарии. Да? Ламинария у нас продукт, не только содержащий волокна, но еще и кладезь микроэлементов и витаминов, а особенно в немного йода, поэтому я рекомендую вам ее использовать как пищевую добавку. Я хочу вот на основании вашего рассказа составить вам примерное меню на 2 недели и вышлю вам его по почте. И, конечно, диета – это не только про то, чтобы похудеть. Это, скорее всего, как естественный итог. Главное – это здоровье, польза для организма, которую приносит то, что мы едим. Вот рассуждение Михаила Гинзбурга. Это известный врач-диетолог, который настолько заинтересовался архангельскими водорослями, что поучаствовал в создании целой линейки продукции комбината. А каким образом питание связано со здоровьем человека? Самым прямым образом. Самым прямым образом, причем мы понимаем сейчас, что связь очень прямая и очень интимная. Единственный момент, мы не до конца, конечно, не во всех нюансах понимаем характер этой связи. То есть мы постоянно открываем все новые и новые компоненты пищи,
обладающие, ну, оздоровительным действием, или, может быть, и не оздоровительным. Но мы сейчас уже знаем основные моменты оздоровительного действия питания. Ну, например, вот питание современного человека должно отличаться, ну, вот здоровое питание, отличаться от традиционного так, чтобы в нем было меньше сахара, например, чтобы в нем было меньше плохих так называемых жиров. А также, чтобы в вашей тарелке была еда, наполненная биоактивными веществами, была хорошая концентрация минералов и витаминов. Тут решение нашлось само собой. Может просто добавить водорослей. Должны занимать гораздо большее место, чем занимают. Дело в том, что водоросли обладают рядом уникальных качеств, которые отсутствуют, ну или присутствуют в меньшей степени, не в том виде, а в других наших продуктах питания, но которые нам чрезвычайно нужны. Вот. Ну, например, водоросли имеют уникальный состав пищевых волокон. О важности этих волокон, как фукоидан, ламиноран, мы уже говорили в нашей программе. Они обладают хорошим профилактическим действием на развитие многих возрастных болезней. Сахарный диабет, артериальная гипертония, отмечена и противоопухолевая активность. Чрезвычайно много моментов, где водоросли могли бы реально исправить ситуацию. И мне кажется, этот продукт питания, он очень недооценен, ну вот в большей части России. И вот этот пробел сейчас, конечно, нужно восполнить. Итак, Майя, ты получила последние рекомендации от Зои Бахтиной. Мы зарядили тебя по полной программе на следующие несколько недель. Как настроение, готовы ли исполнять? Да, конечно, буду все исполнять. Ну все, удачи и успехов. А впереди рубрика с нашим бессменным шеф-поваром Анастасией Маркиной. Она уже готова рассказать очередное вкусное, простое и полезное блюдо. Доктор рекомендует. Всем кулинарный привет! Сегодня для вас молочно-зерновой смузи с ламинарией. Для этого вкусного и полезного блюда нам понадобится ламинария дробленая, творог, овсяные хлопья, ряженка, зелень, соль. Я часто готовлю водоросли и делаю обычное блюдо не только вкуснее, но и полезнее. Готовьте с нами. Приятного аппетита! Специально для поморского долголетия. Ну что же, давайте пожелаем удачи нашей героине Майе. И я думаю, что ее опыт будет полезен многим. А я буду изредка ей звонить и интересоваться. Майя, не забыла ли ты про тренировку сегодня? Или был ли на обед салат из водорослей? Запасы еще остались? И вы не забывайте про архангельские водоросли. Ешьте то, что приготовила нам сама природа. Красоты вам, здоровья и долголетия!